Всем привет! Вы на канале Маруся Лайф. И сегодня мы поедем в Ростов. На чем? На ласточке. Не знаю, что тут делать надо. Сейчас посмотрим. Ни тормашка, ничего нет. Тут очень странно. Ни тормашка. Но я еще тут не была, поэтому сейчас посмотрим, как. Ни столика. Ни этот. Нет. Вообще, что за это? Увидимся, когда уже все... Когда уже все... Когда мы уже будем выезжать, наконец-то. Так, я хочу в заброшку попасть. Ты хочешь? Я не хочу, я видела, там есть один в мире есть завод. Вот стало очень солнечно. Мне очень страшно ходить тут. Смотри, там горы. А вы знаете, куда мы едем? А ну что, давай, будет нормально? А вот туда. Мы едем в Ростов. Хотите увидеть? Нет. Привет всем. О. Если хочешь, я тебе водички налью. Не надо. Возьми стаканчик, и я тебе полированной водички налью. Спасибо, не надо. Надо, дядя. А чем ты пахнешь? Что ты ела? Печеньки Бонни. Печеньки Бонни? Ну да, вот эти вот рулишки в шоколаде. А, дай мне тоже. У меня они там. Можно мне тоже? Дай мне. Да, попозже, ладно. Я теперь буду тебя нюхать. Ты еще тут духами нарисована. Люблю, когда пахнешь духами. Ну, что будем рассказывать? Не знаю, давайте просто увидим весь вид этой красоты. Вот. За нами эта машина гонится. Да, за нами эта машина гонится. Видите, она нас обгоняет. Где мы? Видишь, машина обгоняет. Жигули, блин. Это Жигули. Это правда Жигули? Да. Да, джигули. Смотри. Джигули. Да, но смотри, здесь какие-то старые дома. Заброшки. Да. Заброшки, реально? Не понял. Я не хочу теперь туда ехать. Я хочу. Остановите, я боюсь, мы заброшку сейчас приедем. Нет, не приедем там. Привет. Мы сейчас едем в Ростов. Я вот себе под поясницу подложил басика. Вот. Вот так вот ножку закинул, вот так вот ручку. Сейчас дам. Вот здесь вот поставил музыку медитативную. И телефончик у меня заряжается. А ты что, молодежь просветляешь, а не вот? Так ты медитацию включи тогда. Не, я включил. А где глава? А где эти слова? Мы быстрее этого едем. Куда тебя шатает? Бывает. Что там вы едите? У вас опять поляна? Опять поляна? Я тоже. А вдруг завтра в костюмы не влезете? Оксана вас на костюм. Кто они там снимают? Я не слышу. Мы, короче, найдем выход с любой ситуации. Да нет, она не будет. Мы... Даже не понюхает себя? Да, она с моей понюхает. Мы туда дышали. Давай посмотрим, как будет.
все жуешь? Ты еще не переставала не жевать? Все время жую, да? Ам-ам. Тебе что, мама вчера специально не кормила? Кормила. Тише, не пищим. Так, эту штуку не запишу. Какую? Так, не пищим, а то вас сейчас выгонят. Сейчас выйдете на этом, на 24 минуты. А что, тебя все успокоили? Тебе не кажется, что поезд скачет как-то? Это что? А, ты снимаешь на 0,5? Нет. Это что? Чай. Да. Китайский. Ютуб. Добрый. Что там у вас красиво? Да, вот играть. Вот это мы едем. Там, видите, коровы едут. Коровы, ура! Давай. Наконец-то мы молоко добудем. Вообще-то я и лошадок видела. Шел 5-й час нашей поездки. Посмотрите на эти глаза и вот эти. Всем привет, и сейчас мы едем обратно. А нет, не обратно, а еще в Ростов едем. На улице очень темно, вообще ничего не видно. Да, ничего не видно. Да уж, ужасно. Сводится съемка контента. Мируся опять пьет воду. А, давай. Человек вода. Отойди ту сторону. А сейчас тебя буду рисовать. Давайте. Никого не надо там, да? Следующий. Мируш, ну ты только что попила, я видела. Следующий. Потом посмеемся. Потом посмеетесь? Да, посмотрим и посмеемся. Там просто упал. Да ты должна идти. Ты просто идти. Она же уснула, а? И вдвоем. Дайте пройти. Девочки, дайте пройти. Лакерши. Да, я то хотела сказать. Мимо, идите. Здесь происходит обучение. Видео тут собрались. Ну подожди. Леру обучаешь. Короче, давай вам. Давайте. Наконец-то мы приехали в Ростов. Сейчас поедем заселяться в гостиницу. Я жду, когда за нами приедет автобус. Она рисует. Наконец-то мы будем заселяться в номер. Я буду ложиться спать. Была веселая дорога, я устала. И увидимся в видео про конкурс. Всем пока. Ставьте лайки, кому понравилось видео. И не забывайте нажимать колокольчик. Кнопочку подписаться, комментарии писать. И как, вы тоже хотели бы это сделать? А у нас сегодня все. Пока.